Элатфильм представляет. Моя любовь река, нас судьба ведет по разным берегам. А когда-то было счастье пополам. За спиной беда, а в сердце холода. Потерял тебя однажды навсегда. Разменял любовь на дальние края. За все, любимая. Украденное счастье, ты мое. Душа так больно плачет и поет. Но оборвалась тонкая струна. Я один, и ты теперь одна. Ждешь кого, скажи, любимая. Или лучше промолчи, не надо слов. Безответная в глазах моих любовь. Украденное счастье, ты мое. Душа так больно плачет и поет. Осталось сердце только позади. Вижу по глазам, что больше не моя. И душа теперь как в море лодочка. Украденное счастье, ты мое. Душа так больно плачет и поет.
Ребята готовят банан в путку. Шалем хавирым. Ребята, рыбку ловят. Соревнования очень часто вылазят. Ребята бегают по 42 километра. Вот ребята на роликах гоняют. Смотри, что я повторяю. Это молодец, круто.
Прилад живет, прилад отдыхает. Зима в разгаре, конец января. Один из лучших магазинов на побережье. Вот, ребята, тут два братка торгуют, молодцы. Как там работа, все нормально? Молодцы. Вот два брата акробата, лучшие футболки здесь бывают. Все у них. Ну давай, пацаны, давай, удачи. Вот для любителей травки хорошая футболка есть. Можно спокойно одевать. Молодцы, пацаны. Удачи вам в работе. Поехали. Сейчас мы зашли в один из магазинов видеотехники. Тоже крутой магазинчик. Тоже маленько покажу, что здесь продают. Между прочим, пацаны, работает здесь наш земляк, Запорожец. Паренек, молодец. Привет, земляк. Молодец. Как живется в Израиле? Нормалек, это же ласки наш тоже парень. Как там, ты с родителями? Все. Сам, молодец. Ну тогда помаши всем твоим рукой. Привет всем родным, близким. Молодец, парень. Удачи тебе. Долгих лет. Поехали дальше. А сейчас мы в русском магазине. Ребята кируют здесь. Это еще один представитель нашей русской элии. Вот она, хозяйка наша красавица. Привет! Как живется? Все нормально? Удачи, ладно, товарищи, пошли дальше. Удачи в труде. Сейчас мы находимся в лучшем супермаркете Элата. Наши ребята-земляки здесь работают, кормят людей вкусными вещами. Это один из лучших работников этого супермаркета, Олег. Но завтра не будем мешать. Вот наши красавицы работают, кормильцы наши. Удачи, товарищи. Вот лучший представитель этого супермаркета. Можно сказать, красавица подсказывает. Он кормит нас сыром и вкусной колбасой. Ладно, удачи, не будем мешать. Это наша сырная красавица, представитель Грузии. Наши земляки. Ладно, не мешаем, работайте, товарищи, кормите нас. До встречи, ребята, помаши ручки мне. Отлично, пока-пока. Вот тоже представитель нашего земляка. Еще одна наша кормилица.